Свет, камера, Shameless! Все хорошо. Всем привет, меня зовут Алекса Андрианова, и сегодня я снимаю видео о моих фаворитах за эту осень. Я знаю, что ноябрь еще не закончился, но для меня уже официально Новый год, поэтому фавориты за осень. Поехали! И начнем мы, наверное, с косметики. Первое — это вот такой вот консилер от фирмы Nuance. Он очень хорошо перекрывает все мои покраснения. И вот, в принципе, вот так вот я выгляжу без него. Да, сейчас я без консилера, так как он закончился. Но, господи, я его постоянно использую, потому что я просто его обожаю. Это мой самый любимый консилер-тональный крем, потому что я им пользуюсь просто постоянно. Второе — это тональный крем. Он от фирмы Benefit, и выглядит он вот так. То есть тут нарисована какая-то дамочка, и он на водной основе. И он безумно приятно пахнет. На водной основе, то есть он более такой легенький, но он тоже очень хорошо перекрывает все какие-то недостатки на моей коже, и он мне очень-очень нравится. Так что, если кто-то ищет себе хороший тональный крем, то вот присмотритесь вот к этим двум. Третье — это для моих любимых бровей. И это вот такая вот штучка. Сейчас я вам поясню, что же это вообще такое. С этой стороны находится масло для бровей и ресниц, которое ухаживает за ними, способствует росту и так далее. А вот с этой стороны находится дневная штучка, это фиксатор. То есть это фиксатор для конкретных бровей. Так вот, это от фирмы Алерана или что-то подобное, я не знаю вообще, как я его откопала, но мне, в принципе, нравится, очень классный. И также вот эту вот бордовую штучку, ее можно использовать как базу под светлую. Так что, если вам нужно что-то для роста бровей, ресниц и для фиксации бровей, то вы также можете присмотреться вот. Следующее — это гигиеническая помада. Каждый год с наступлением осени с моими губами что-то происходит. Они постоянно трескаются, сушатся, на них образовываются шелушинки, и мне это безумно не нравится, поэтому меня спасает вот такая вот помада от Dolce Milk. Это шоколад и мята, очень классный жирный бальзам. Именно поэтому, в принципе, он хорошо заживляет, потому что он жирный. Последняя из косметики — это вот такая вот прикольная штучка от фирмы Кетуа или Цетуа, я не знаю, я ее купила в Азбуке Вкуса. Но это вещь, это матирующие салфетки для лица. У меня очень сильно жирнится лицо вот тут вот на носу, вот тут и вот тут. Но сейчас вы этого не замечаете. А знаете почему? Потому что вот я раз в день протираю себе вот такой вот матирующей салфеточкой. Вот тут, тут и тут, и все прекрасно со мной, все хорошо, но также я протираю все лицо, просто чтобы оно выглядело более свежим. Следующее — это всякие аксессуары и прикольные штучки. Итак, первое, я начну с моего любимейшего розового чехла, потому что знаете какой он? Он пушистый, господи! Мне кажется, он идеален, он очень мягкий, очень классный, и на нем иногда даже можно поспать на скучных уроках. И еще один плюс в том, что каждый день я кладу его на парту, а в принципе у нас на парту телефон класть нельзя, но мне никогда не делают замечания, потому что учителя вообще не понимают, что это такое, видят что-то мохнатое лежит на парте, да им в принципе все равно. Главное, что не видно, что это телефон. Следующее — это тоже розовое и пушистое. Как вы думаете, что же это такое? Это мое колечко. Ну ладно, на самом деле это брелок Помпон. Таких у меня целых три. Нежно-розовый. Они, кстати, почти одинакового цвета, немного темнее. А вот такой вот брелок Помпон, который еще не выходил на улицу, поэтому он такой красивый. Также у меня есть ярко-розовый Помпон и синий Помпон. Но они на моих рюкзаках. И этот я тоже скоро куда-нибудь.
Переходим к следующему разделу. Это всякие уходовые штучки. Это крем для тела. Вот такое вот чудо. Winter Candy Apple от Bath & Body Works. Это еще прошлой новогодней коллекции. Пахнет он божественно. Мне он очень нравится, он хорошо увлажняет кожу. И он как раз и создает мне новогоднее настроение, так как он стоит весь такой новогодний, красненький, красивенький. Вот. Спасибо тебе. Люблю. Следующее это уже для лица. Наконец-то для лица. Холика-холика. Это умывалка. Она очень хорошо очищает мое лицо. И еще она очень вкусно пахнет. Давайте я прямо сейчас понюхаю. Это идеально, друзья. Это идеально. В общем, я ее покупала в Ривгоше. Поэтому, если кто-то искал вот подобную масочку или умывалку от холика-холика со свинюшкой, то заходите в Ривгош там. Следующее это патчи. Да, я обожаю патчи, потому что они меня спасают от моих страшных, ужасных синяков под глазами. И я просто обожаю киви, поэтому это патчи киви. Их кладешь, клеишь, не знаю, под глаза на 20 минут утром, когда ты весь заспанный, такой похож, не знаю на кого, на бомжа какого-то. В общем, клеишь их под глаза и становишься красоточкой. Ну, почти. И последняя штучка для лица тоже с киви, как ни странно. Я же сказала, что я люблю киви. Это очищение и матирование маска. Да, это вот такая вот маска. Я каждую пятницу устраиваю себе релакс-вечер. Это пицца, тренировочка, фильм или сериальчик и маска. Потому что маска в конце недели это обязательно. Сегодня четверг, так что завтра. Воспользуюсь вот этой вот масочкой. Я терпела целую неделю, чтобы в четверг показать вам ее в моих фаворитах и уже наконец-то их использую. Теперь о моих любимых фильмах, которые я посмотрела за эту осень, а точнее в моей поездке в Италию. Итак, первый фильм это «Пассажиры». Я смотрела этот фильм, когда летела в Италию. Фильм очень интересный, классный, и в принципе, я сама размышляла вообще, как бы я поступила в какой-то из этих всех ситуаций, что бы я сделала, как бы я отреагировала и так далее. Поэтому фильм хороший, интересный, классно сделан и так далее. Если вы не знаете, что посмотреть, и вы еще его не смотрели, то посмотрите фильм «Пассажир» обязательно. А также там играет моя любимая Дженнифер Лоуренс. Я обожаю Дженнифер Лоуренс, поэтому просто я не могла его посмотреть. Ну и конечно же, это мой любимый сериал на все времена. Прямо вот на все. Раньше я думала, что кроме Скама, я ни один сериал так не полюблю. Но, господи, взрослее человечек. Это Shameless, по-русски бесстыжие или бесстыдники. А мне как-то ближе бесстыжие. Бесстыдники звучит. Ну и, в принципе, это было все. Если тебе понравилось это видео, если ты что-то увидел для себя интересное, что ты искал и так далее, ты можешь спросить у меня в комментариях от какой-то фирмы, если я ее не назвала. Так что ставь палец вверх, подписывайся на мой канал и, пожалуйста, порекомендуй меня хотя бы 3 друзьям, пожалуйста. И, конечно же, вот прямо как Шеймус. Ну и скажите, чем вы были заняты на этой неделе? Почему вы пропустили нашу серию? Ах вы сволочи. А я вам сейчас расскажу, что было. Шеймус, I love you. You've been in plans before, but it's not like anymore. Then it seems when it began, that is this feeling you saw, sugar. Так, все, хватит. Следующее это всякие аксессуары.